я получил странную посылку. В ней оказалось то, чего я никак не мог ожидать. Это была шинка, 5-я, из Розенмейден. Разве так можно обращаться с леди? Я заключил шинку контракт, стал ее медиумом и, как оказалось, судьбой. Чтобы она могла двигаться и сражаться, я должен был отдавать ей свою энергию. Эти сражения она называла игрой Алисы. Та, что победит, станет Алисой, идеальной девочкой, которая будет достойна встретиться со своим отцом-создателем. Джун, принеси мне чаю. Отстань! Ты мой слуга, так что делай, что я велю. Джун, Хиро хочет белое снаружи и красное внутри, и оно такое вау! Ю-ню! Не подходи ко мне, Десу! Шинку, посмотри! Он опять ко мне подошел, Десу! Отстань от меня, мерзкий человечишка, Десу! Джун, где ты можешь первое слово? В какой-то момент в моем доме их стало слишком много. Шинку победила Хину Ичиго, и теперь она тоже живет с нами. А мне? Почему ты мне не принес ничего, Десу? Хотя мне от тебя ничего не нужно, Десу. Суисейсики, снова ты шумишь. Суисейсики и Соусейсики – куклы-близнецы. Они такие разные, но все же неразлучны. И потому они обе поселились у меня. Попала к нам одной из последних. Эх, пойдем посмотрим, что можно для тебя подобрать. Я вырос, закончил школу и даже поступил в университет. Я уже привык к такой жизни. И в конечном счете у меня поселилась даже она. Что бы сказал отец, увидев, чем мы тут занимаемся? Я счастлив, что они, кажется, совсем позабыли об игре Алисы. Отвратительно. Посмотри на них, такие жалкие. Возятся с этим никчемным мальчишкой. Может, медиум это не так уж и плохо? Ты смеешь говорить такое? Нет? Не забывайся. Ты всего лишь подделка, созданная неизвестно кем. Отец никогда не примет тебя. Подделка. Ну не стоит расстраиваться, ведь тебя сделали по образу и подобию лучшей из кукол, то есть и меня. Кирикишо, мой распустившийся бутон белой розы. Отец, неужели я слышу тебя? Твои сестры оказались одним большим разочарованием. Видишь, во что они превратились? Но ведь ты не такая, да, моя милая Кирикишо? Ты направишь их на истинный путь. Я буду счастлива показать тебе, что случается с теми, кто решает ослушаться нашего отца. Может быть, ты и есть мое лучшее творение. А ведь знаешь, ты тоже можешь послужить отцу. И тогда, возможно, он сжалится и сделает тебя настоящий Розенмейден. Ты ведь этого хочешь, подделка? Хочу. Эй! Скорее пойдем смотреть телевизор! Детектив Кунг-Фу начинается! Что происходит? Дорогие сестренки, я смотрю, вы хорошо проводите время, попивая чаек со своим медиумом. Никто из вас не стремится стать идеальной. Отец хотел совсем не этого. Ты не смеешь говорить о том, чего он хотел. Жалкое подобие Розенмейден. Моя милая старшая сестра, дефектный хлам вроде тебя не имеет права вести себя так заносчиво. Ты осталась одна, сестренка. Что же будешь делать? Я преподам тебе урок хороших манер, Кирикишо. Нет! Что ты наделала? Бесполезная ты подделка!
свет перестану быть подделкой, когда больше не будет оригинала. Отец, я так счастлива. Посмотри, я сделала это для тебя. Какая грубая работа. Ты недостойна быть моей Алисой. Посмотри, мальчишка. Ни одна из них не была достаточно хороша для меня. В каждой был какой-то изъян. Ты называешь себя их отцом? Они не должны бороться за то, чтобы стать идеальными для тебя. Это ты недостаточно хорош для них. Как же ты не видишь? Суигинта, Канария, Суисейсаки и Соусейсаки, Шинку, Хинаичига и даже Киракишон. Все победили в игре Алисы, ведь они всегда были идеальными для меня. И даже она? Барасуишу, непризнанная никем сиреневая роза, но я готов стать ее медиумом. Заводить или не заводить? Заводить. Каждую из них? Да. Хина хочет снаружи белое, а внутри красное. Хина и Ичи, леди так себя не ведут. Глупая малявка. Всем же понятно, что тортик с клубничкой вкуснее всего, Дасу. Суисейсаки, будь вежлива. Не думала, что когда-нибудь это начнет мне нравиться. А где же Киракишо и Барасуишо? Да они просто стесняются! Ну ладно, я готова попробовать этот ваш чай. Шинку, да, Джин? Ты и остальные, вы скучаете по отцу? Никто из нас не помнит ни его лица, ни голоса. Я не хочу вспоминать. Я рада быть здесь, с тобой. И я рад, Шинку. Мой распустившийся бутон алой розы.